был первым. Вот это правда прошла. Зацепился за мяч. Подскользнулся. Паузу сделал. И контратаку Милана. Мессиас. Цепки Мессиас. Кусачему Динезе. Мессиаса подставил. Чури передача. Равелла не успевает. Подкат. И Ориги пытается за мяч бороться. Удар. И гол. Мессиас. В прошлом году нам говорили, что нам даже не стоит три Пессина. Чемпион Европы с мячом. Голубоглазый, светловолосый. Все никак. Причем там падение или какого-либо фола. Пессина, конечно, важнейшую роль в этом тайме играет. Роскошные дальние удары попадания в штангу Рафаэля Ляо. И шансы у Монца, которые были на первой минуте с Рафаэлем Ляо. Мессиас вот демонстрирует команде, что надо бы поострее действовать, пожестче впредь. Сейчас отыграл